Сегодня стало известно о кадровых перестановках в российских регионах. По решению Владимира Путина сменятся не только губернаторы во многих областях. Назначены новые полпреды президента в трех федеральных округах. Южный федеральный округ меняет свои очертания, он становится больше. И теперь в него по указу президента войдут Крым и Севастополь. Большинство перестановок все же не связаны с отставками как таковыми. В основном речь идет именно о рокировке кадров и переназначениях. Илья Костин о том, кто за что будет отвечать. Масштабная серия кадровых перестановок в федеральных округах и регионах. Новых полпредов получили северо-западный, северо-кавказский и сибирский округа. А Крымский федеральный округ упразднен. Крым и Севастополь войдут в состав Южного округа. Сделано это, как сообщила пресс-служба Кремля, в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов. Согласно указу, полпредом президента в обновленном Южном федеральном округе назначен Владимир Устинов. В прошлом бывший генпрокурор и министр юстиции Устинов в особом представлении не нуждается. Его встреча с главой государства прошла накануне не поздно вечером в Кремле. Итак, в состав Южного федерального округа теперь входят Адыгея, Калмыкия, Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область и город Севастополь. Из Крыма на Кавказ в ранге полномочного представителя президента в Северокавказском федеральном округе переедет Олег Белавинцев. Более двух лет, которые пришлись как раз на сложный переходный период, он курировал все интеграционные процессы на полуострове. Как и положено, наверное, человеку, знающему, пожалуй, все об организации гуманитарных операций. Давний соратник Сергей Сергея Шойгу. Белавинцев более 10 лет возглавлял агентство Эмерком МЧС России. На посту полпреда президента на Северном Кавказе он сменил теперь Сергея Меликова, которого глава государства назначил первым заместителем директора Федеральной службы войск Национальной гвардии, главкома Нацгвардии. Кадровый военный, прошедший все ступени воинской иерархии. Пять лет назад Меликов, командующий объединенной группировкой войск на Кавказе МВД России, затем замначальника главного штаба внутренних войск, теперь он вновь возвращается по сути в обновленные внутренние войска в еще более высоком статусе. Согласно указам президента, сменился полпред в Сибирском федеральном округе. Вместо Николая Рогошкина им стал Сергей Миняйло, занимающий до настоящего времени пост губернатора Севастополя. Досрочно прекратив полномочия Миняйла, Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора города Дмитрия Овсянникова. С декабря прошлого года Овсянников занимал пост заместителя министра промышленности и торговли, а до этого возглавлял департамент региональной промышленной политики этого ведомства. Овсяников будет руководить субъектом федерации до вступления в должность лица, избранного главой Севастополя. Еще кадровое решения президента. Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Цуканова полпредом главы государства в Северо-Западном федеральном округе вместо Владимира Булавина. Ранее президент принял отставку Цуканова с поста губернатора Калининградской области с формулировкой «по собственному желанию». Николай Цуканов занимал свой пост с сентября 2010-го, а прошлой осенью был переизбран на второй срок. Его встреча с главой государства также Прошло накануне поздно вечером. Я очень рассчитываю, что на новом месте работы вы используете все свои знания, для того, чтобы все положительно использовать и в других регионах Северо-Запада, который, безусловно, является одним из ключевых в Российской Федерации. Я постараюсь оправдать это Временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области назначен Евгений Зиничев, который до настоящего времени в чине генерал-майора занимал пост начальника управления ФСБ по самому западному российскому региону. Кроме того, согласно информации на сайте НАК России, Зиничев возглавляет оперативный штаб антитеррористической комиссии в Калининградской области. В его биографии 30 лет работы в органах еще КГБ СССР и Федеральной службы охраны на разных должностях. И еще о перестановках в регионах. Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ярославской области. Сергей Ястребов освобожден от должности досрочно по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области назначен Дмитрий Миронов, который до этого занимал пост замглавы МВД. В разные годы генерал-лейтенант Миронов полиции курировал и розыск, и возглавлял управление экономической безопасности и противодействия коррупции. За время службы неоднократно выезжал в горячие точки, принимал личное участие в контртеррористических операциях. И сегодня же раз. Решилась еще одна кадровая интрига последнего времени. От своей должности с формулировкой за утрату доверия президента отрешен губернатор Кировской области Никита Белых. Напомню, он сейчас находится под арестом после скандального дела о взятке. Временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области назначен Игорь Васильев. До этого он успел поработать аудитором Счетной палаты, а в последние годы возглавлял Росреестр. Илья Костин, Антон Чуковский, Первый канал.